Командование курдского ополчения «Пешмерга» называет неконституционными требования Багдада по урегулированию ситуации на севере Ирака. Ранее правительство страны выдвинуло курдам ультиматум, в котором обвинило «Пешмергу» в использовании переговоров для перегруппировки и укрепления позиций. Речь идет о богатых нефтью районах, которые долгое время оставались под прямым контролем курдской автономии. Нефть – самый важный ресурс Ирака. Люди живут благодаря нефти. Сельское хозяйство без нефти угаснет, как и все остальное. Нефть – самое важное. В конце сентября власти иракского Курдистана провели референдум о независимости, что стало для Багдада формальным поводом начать операцию по восстановлению стабильности и безопасности в северных районах. Иначе говоря, правительство возвращает себе прямой контроль над регионом. Пешмерга – иракская организация, но в определенный момент она зашла слишком далеко и захватила иракскую собственность. Операция иракской армии не обошлась без столкновений с курдским ополчением. Среди целей Багдада также восстановление полного контроля над границами. Иракский Курдистан граничит с Ираном, Турцией и Сирией.